Ну-ка. Чё, блядь, случилось? Вот она, блядь, ёбаная яга. Да ладно, я ему вынесу её. Чё-то ты как-то в момент чинишься, мне даже завидно. А, мне решили позвонить. Я так и не попал, бля. Ну что же, да выключи ты это, блядь! Тигр. Ну пятизвездочный, слушай, меня это раздражает. У нас тут царская починка, блядь. Откатывай. А я и забыл про этот танк вообще. Ну вон он опять, королевский тигр. У меня есть, да. У меня есть. О, молодец, молодец, молодец. Окей, ладно, поехали. Поехали, чё? Родина зовет. Я не знаю, какая у меня родина, правда. Чё? А, там я тигр, окей. Ёб твою мать! Ох, понаскидывали, ох. Уезжай, твою мать. А, ну там две сковороды и актигр, что ты хотел, блядь. Да! Я не знаю, как я прострелял, но да. Двухзвездочный актигр мой. Мой. Я не знаю, сколько у тебя там танки урона получили. Честно, я не знаю. Но они чинились моментально. Командир полка королевских саперов неплохо должен смотреться в плотных городских условиях. Переработанный отряд инженеров-восстановителей стал привлекательней. Доступен сразу, сходу имеет 5 человек, не имеет встроенного миноискателя, за счет чего все 5 человек являются боевыми. Имеет возможность метать дымовую гранату, имеет возможность взять ручной огнемет, который блокирует дымовую гранату и который отлично впишется в городские условия. Имеет возможность разбирать на ресурсы остовы техники, а также имеет встроенный бонус к скорости починки, который теперь не конфликтует с улучшением тяжелых инженеров. А также сам АВОР, то есть инженерный танк, который может неплохо побить скопление пехоты в узких коридорах города и не будет подвержен плотному огню противотанковых орудий. Однако забавляет факт того, что разрабы умудрились добавить иконки выстрела из петарды значок огненного шторма, который дается снаряд с третьего ветеранства, оставляя огненную лужу после взрыва. Однако дорабатывать этот бонус они почему-то не решились, из-за чего нам приходится видеть такую картину. Также они еще зачем-то сделали так, чтобы башня Авора не поворачивалась на вражеские отряды. Однако это игрок мог сам спокойно сделать, просто нажав кнопку «Не стрелять». Однако теперь игроку придется полностью самостоятельно поворачиваться к врагу передом, чтобы как можно быстрее выстрелить. Что делает преимущество от наличия башни у этого танка номинальным. Но штурм Тигр теперь никогда больше не будет терять экипаж во время перезарядки, за что будет платить скоростью полета снаряда. Однако мне все еще остается непонятным, почему при такой всратости вооружения у Авора по сравнению со Штурм Тигром, Авор доступен с 9-го, а не с 8-го очка, как Штурм Тигр. При всей моей ненависти способности отметки командирской техники, мне показалось неплохим решением принести ей в жертву именно Авор, так как Авор все равно имеет довольно всратую пушку, которой можно успешно пользоваться, играя лишь против зевак, и снаряды, которые вечно не любят долетать до цели, как боевая единица, Авор себя явно не оправдывает. Однако, как свинья с толстой броней и хорошим запасом здоровья выходит как нельзя кстати. За счет чего именно его я и отметил как командирскую машину. Да, перезарядка его мортиры будет вдвое дольше. Однако его броня и здоровье позволят держать урон немецких танков, параллельно раздавая ауру от командирской машины ближайшим юнитам.
чтобы те работали эффективнее и быстрее перезаряжались. А Авор даже при такой плохой скорости перезарядки все еще будет отпугивать большие скопления пехоты. Слева же я оказался по той причине, что мой союзник справа стал проявлять свою гениальность с самого начала боя. А записывать я начал именно из-за очереди великолепных выстрелов Авора мимо цели. Ёбаное дерьмище, блядь. Идите нахуй, А что, центральную точку не хотите пойти забрать? А у нее они заняты, блядь, чем-то очень. Ну, какой хитрожопый красненький. Красавчик, блядь, что. Опа, не получилось. Все, он сразу отступает, он даже не думает, блядь. Оу! Да, но это перезарядка в 90 секунд. Командирская машина, предводитель. Не, ну... Не, ну это прелестно. Идите воюйте на центре. Блять, ёбаные самолеты, сука. Бомба 50-килограммовая. И опять на меня скинули. Слушай, заколебали. Чё, блядь, случилось? Господи, я не понимаю, блядь. Давай, блочь. Не, там яга. Пусть этот пацан там ебется, блядь, с кем-то невидимым, пожалуйста. Я ему не буду запрещать. Вон, Ворфрамчик опять едет. А тут опять эта сковорода. Ох, нас справа, блядь, обойдут потом, имей в виду. Ну, вот я об этом как раз и говорю.
Я охуеваю с того, какой этот оранжевый резкий. Я просто, я не прекращаю охуевать. Не, толку не будет. Пушки надо вернуть. Крейга, блядь, скидывает, что ли, или чё? Я не знаю. Не, это у фальшемьягеров, которые... Ну, пушки надо отработать, либо уничтожить сейчас, сам смотри. Вон они, да. Одну вынесли, вторую надо вынести. Сейчас подойду. Там налево оранжевый что-то пришел. Слушай, ну там ребята держатся, ну ёб вашу мать. Как так можно? Королевский тигр опять. Блядь, надо добить, отлично все. Блядь, ну я не знаю, ну эти самолеты, они повсюду, блядь. Чё, не найдешь, блядь, нужную ось, да, как повернуться? Боже мой, не. В кого, блядь, я стреляю, я не могу понять, блядь. Откатывай. Откатывай дальше. Ну, он жопой даже повернул. Ну, он немножко запутался. Я удивлен, что он может запутаться хоть как-нибудь. Что он такое вообще способен. Ну, сейчас он по нам ёбнет, блядь. Слушай, а он как знал, куда надо стрелять? А чё там, блядь, гадать, что ли, много надо? О, ещё опять скинул. Чё, у меня там КВ-8 стоит. Вот она, блядь, ёбаная яга. Да ладно, я ему вынес ее. Только у него крыс тигр, по-моему, уже трёхзвёздочный. Будем работать. Блядь, отъезжать срочно. Да, я его, конечно, подпугнул. Он даже задымил. Охуеть просто. Осторожно, Пухин. Да, я вижу, я за здание и еду. Здорово, если я. Уж поверь мне, лечиться ты будешь, точнее, чиниться очень быстро. Чё ты как-то в момент чинишься, мне даже завидно. Опять тут валяется. Все. Ну сейчас я даже еще одну построю мастерскую, чтобы мы прям с жиру бесились. Что просто за 2 секунды. Дальше я проехать туда не смогу, естественно. Я поеду. Мне решили позвонить. Я так и не попал, бля. Ну что же, да выключи ты это, блядь! Алло. Я ничего не попадал, я здесь. Нет. Вообще серьезно. Yeah.
Блин, у тебя нормально все? Не, ну нормально все, смотри. Хорошо, смотри. Ой, ну это что ты? Нормально проходил. А что с ним? Нет, так кто платить будет? Я говорю, нет, что платить будет. Ну, раньше только когда было, сейчас-то не платит. Блять. Ну, до 15. Ну да. Ну посмотрим. А, ну. Да никто никогда ничего не отдает. А кто? Кто что сделал? Ну они всегда так. Ну не, не ты не говори, главное об этом. Ну вот да. Ну вот, тем более. Ну не знаю. Ну отдыхай, включи кондиционер. Ну люди ж так всегда. Давай, смотри. Да пока я не знаю, так, что было тут. Ну работает, да. Я не. А если он не холодит, что надо делать? Да нет, нормальная вентиляция. Да нормальная вентиляция. Хорошо. Ну
должно, да. Хорошо. Хорошо, я оформлю. Да, вытащу. Чё, да? Да нет. Ну, жарковато, конечно, всё равно. В туалете, да, прохладнее. Хорошо. Да не, я сам. Давай, шпунем. Ага, давай, давай. Откатывайся назад. Господи, там бандит. Тигр. Ну, пятизвездочный, слушай, меня это раздражает. Ну, светить нечем. Если было бы чем светить, я бы до него добрался. Все, нет засвет. О, мой самолет упал в Вурфрамен! Он упал в Вурфрамен! Да ладно. Да, в натуре, вон, горит, смотри. Я прям увидел, мне что-то прибавилось, а он, оказывается, в Вурфрамен упал. Вот он. Ай! Ну я его оглушил, но я сомневаюсь, что с этого толку будет много. Но главное, чтобы сушка уехала, да, она трехзвездочная. Уезжай, 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 быстро, быстро, быстро. У нас тут царская починка, блядь. Ну мне прямо в СУ попадают, это... Прелест. Я охуеваю с реакцией этого пидораса, блядь. Я просто не прекращаю с этого охуевать, блядь. Меня это тоже раздражает, да. У меня снаряды мимо летят. Чё это за танк такой, у которого снаряды летят? А тигр выжил? Какой? Эти звезды. Да оба, блядь, они живые, спокойные, блядь. Этот, блядь, ёбнутый. А по нему попада... Бля, хуй его знает, чё с этой ёбаной игрой не так, блядь. Опа, вон он. Ну я только развернулся. Да не, он сейчас опять уедет. И для него проблема, блядь, вообще. Ну что-то лечить здесь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, всё. Сейчас я подъеду, сейчас, сейчас. Справа, справа, я правым, по правому займусь. Откатывай. А я и забыл про этот танк вообще. Ох, какой, блядь, я хуеваю с них, блядь. Кто вас, уродов, родил таких, блядь? В
Обалдеть, КВ, конечно, чинится. Раз. Ну-ка, я хочу посмотреть, за сколько твой танк починит. Охереть. Не, своему я автопочинку все-таки активирую. Слишком уж долго. Да я побольше сделаю, какой вопрос. Лучше сделай вдоль, чтобы справа, чтобы ты мог вправо сдвинуться. Здесь места мало очень. У меня есть 4 мастерских. Ну, тебе еще этот стоит, здесь перегораживает, блядь, красиво. Он специально здесь стоит против пехоты, это мало ли вдруг что. Так, я КВ, наверное, вот тут справа у себя поставлю. Первый, если второй. Ну, вон он опять хорошо. Королевский тим. У меня будет. Есть, да. У меня есть, есть. О, молодец, молодец, молодец. Все, минус. Но этот оказался менее резким, блядь. За что и задымился. Так, там следующий королевский тигр едет. Ну что поглушить, у меня нету пуль, так что. Чё, блядь? Не, не ломиться, не ломиться. Да, добил. Молодец. Это самое важное, блядь. Да, минус. Но насрал мне напоследок. Ты, бля, их только сделал, ты же проебал, блядь. Фух. Мастерски. Что-то техники здесь многовато. Ничего, ничего. Починим. Да какой же ублюдок, а? Все по нам опять зал подает. Хуета, блядь. О, объезжаю. Она трехзвездочная. Вон. И все, нету засвета. Был засвет, нет засвета. Моментально. Патронов не хватает. Если кто-то застроил, бля, я бы тоже мог, блядь, но времени не... Окей, ладно, поехали. Поехали, чё? Родина зовет. Я не знаю, какая у меня родина, правда. Не королев? У меня родина вот королев. Чё? А, там я тигр, окей. Ладно, надо до пушки добраться. Не, спасибо, мне вон движок вынесли, блядь. Укатывай, укатывай, укатывай. А там сейчас тигр вон справа подъедет, и все. А, он хотел добить этим. Пидорас, блядь, ебаный. Ёб твою мать! Фух, я еще и выжил. Да я удивлен, что я как-то выжил. Бля, еще отъехать надо как-то туда. Да, отъехать, кстати, да. У меня всего одну технику не уничтожили. Эти сушки, но поработали. Да вы, блядь, бежите, ебнутые, блядь.
Так, ну сюда этот мой чувак ездит чиниться. Ну хоть не мой, блядь, и то хорошо. Не, не твой точно. Но пушку я вынес, кстати. Ну она пятизвездочная, но не опасно, мать. Ну-ка, сейчас. А ты, сука, заёб. Ну-ка, ну-ка, поехали, поехали. Ну, у меня, сука, конечно, врежется в твой танк, который будет отъезжать. Одна от другой отстанет. Нахер он Катюшу подбил? Блять, далеко. Ох, понаскидывали. Ох, 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 ох. Хорошо, когда такая арта есть, которая по всему, блять, сука. Все, ты подъехал. Реактивы двухзвездочные, это очень плохо. Я без твоего Firefly его вынести не смогу. Мне нужны пули, чтобы делать эти. Я пытаюсь застроить, блядь, но не уверен ничего. Тихо, подожди, не надо. Уезжи. Твою мать. А, ну там две сковороды и ягтигр, что ты хотел, блядь. Опять мне движок сломали, заебли, блядь, уже. Я еду. А, у него у самого... Нахуй, иди, блядь. Иди, блядь, с этими читерскими танками, блядь. Я понял, мне все в говно, блядь, чинить надо. Но я его не пробиваю. Да! Я не знаю, как я прострелял, но да. Двухзвездочный Ягтигр мой. Так, тебе там сбоку пантера и это как вообще. А, ну. Лавочка. Не, ну не настолько же тупо, блять. Я не знаю, сколько у тебя там танки урона получили. Честно, я не знаю. Но они чинились моментально. Боже, как это блаженно.